Наступила весна. Хорошо было за городом. Зазеленели деревья. На лугах поднялась молодая трава. Что ты скажешь о малютках? Они просто прелестны. Почему самое большое не лопается? Должно быть это индюшачье яйцо. Вот точно так же и меня провели однажды. И хлопот мне было с этими индюшатами. Никак не идут в ход. Уж я крякала, крякала. Не идут, да и конец. Я уверена, что из него выйдет необыкновенный ребенок. Как хорошо, как светло. Ах, как прекрасен мир. Да, действительно необыкновенный урод. Он совсем не похож на других. На другой день молодая мать отправилась со своими птенцами на птичий двор. Их надо было ввести в общество. Вон как славно он гребет лапками. Он некрасив, но у него доброе сердце. В птичьем дворе была одна жирная испанская утка. Она считалась здесь самой знатной. Сейчас я представлю вас вон той испанской утке. Видите, у нее на лапке синий лоскуток. Это высшее отличие. Поклонитесь ей и скажите кряк-кряк. Ну вот еще целая арава. Точно, без них мало было. Один. Вы безобразный. Его уж мы никак не потерпим. Ха-ха-ха!
Слишком долго пролежал в яйце, и поэтому не совсем удался. Кряк, скажи, кряк. Этот и в самом деле не удался у тебя. Какой-то индюшонок. Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все издевались над несчастным утенком, и никто не признавал его своим. А это что за птица? Я утенок. Какой же ты утенок? Ты индюшонок. И проваливай своим индюшатом! Не найдется ли ведь для меня местечко? Все говорят, что я индюшонок. Что? Что такое? Так как ты смеешь, урод? А вот я ему сейчас покажу. Возьмите меня к себе. Я только вчера родился. И еще неизвестно, кто я. Куда, куда, куда? Уж не хочешь ли ты породниться с нами? Закрою! Долго бродил бедный утенок в поисках убежища. Он никак не мог понять, почему обитателям птичьего двора он казался безобразным, почему все смеялись над ним и гнали его. Не знал, как зовут этих прекрасных птиц, но полюбил их так, как не любил никого на свете. Ах, как ему захотелось улететь вместе с ними! Красивым.
Я вас не стесню. Ну, а яйца ты нести умеешь? Нет. Может, ты умеешь мурлыкать? Вот так. Вау-вау. Не умею. Ну, может, ты умеешь пускать искры? Вот так. Ах, нет. Ну и ступай, раз ничего не умеешь. И опять утенок остался один. На берегу лесного озера и поселился бедный утенок. Он очень скучал один, но боялся показаться кому-либо на глаза. И лишь по ночам, когда никто не мог его видеть, он выползал, чтобы поплавать, полетать и расправить свои крылья. Но лишь наступало утро, утенок снова прятался в пещерке. Так прошло все лето. За это время утенок вырос, окреп, и ему стало просто невыносимо в своем одиночестве. Наступила осень. Дни становились все холоднее и холоднее. Птицы, жившие на озере, улетали в теплые края. С тоской смотрел им вслед утенок. Ему приходилось совсем плохо. В одно морозное утро он снова увидел чудесных птиц. Они собирались в дальний путь. Так и совсем замерзнуть можно. Пусть лучше заклюют меня эти величавые птицы, чем погибать одному. От мороза. Радкий утенок даже не мечтал о такой радости. Прекрасные лебеди приняли его в свою семью. Он был невероятно счастлив, потому что встретил
настоящих друзей. Знал, что пролетавшая над ними прекрасная птица — это их прежний гадкий утенок.